little bit of tear let me down. Spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bit of tear let me down. Не двигаться, это ограбление! Это не фильм «Такси». Придет взять тебя на руки. Я тебе раз тысячи говорил, не ходи на дело без меня. Это небезопасное дело, я не могла рисковать, и к тому же... Никаких к тому же. Если еще раз такое произойдет, я за себя не ты отвечаю. Не хочу, чтобы ты это запомнила. Это ты не понимаешь. Ты вообще когда-нибудь меня слушаешь? Садись в машину, потом мы говорим. Не сяду. Сядешь. Не сяду. Сядешь, я сказал. Хватит дуться на меня из-за разных мелочей. Это были мелочи? Да это далеко не мелочи. Я думаю, нам стоит обратиться к психологу. К какому еще психологу? Я никуда не пойду. Пойдешь. Не пойду. Пойдешь. Я скорее балериной стану, чем пойду с собой к психологу. Что вас не устраивает? Он дуется все время из-за пустяков. Я, например, не обращаю внимания на такие мелочи. Да, это мелочь. Это малюсенькая мелочь. Да, это как муравей среди слонов, только выжду этого муравья шансов практически нет. Ты все усложняешь. Нет, это ты все упрощаешь. Как вот так можно относиться к столь... К столь легким вещам относиться нужно именно так. Все. Я больше не хочу об этом говорить. И вообще веди себя нормально, мы здесь не одни. Ах так? Кто бы говорил, ты себя со стороны видишь? Я знаю, что я делаю, а вот ты в прошлый раз чуть не погубила нас. А что произошло-то? Ничего! Ах, я прошу не нервничать, мы должны найти общий язык. А в тот раз тоже я была виновата? Когда? Представьте себе картину. Короче, Анар, не морочься там. Заходишь, берешь то, что нужно и уходишь. Почему опять я? Потому что, дорогой Анар, в прошлый раз покрышки или твоя машина брала я. Причем одна. Ты меня оставил. Ладно, ладно, не вороши прошлое. Я не ворошу, Анар, это правда. А ты мне не поможешь? Хорошо, хорошо. Мы уже подъезжаем. Ты начнешь, я продолжу. Это не просто ограбление, это самый незабываемый день вашей жизни. Где у вас здесь кастрюли? Быстро отвечай, не то я снесу тебе башку. Где эти чертовы кастрюли? Не повторяйся, родная. Не повторяйтесь, поняли? Бала, я вообще-то с тобой. А, да, извини, запуталась. Быстро, говори. Пятый отдел, 12-я полка. Я отдам все, что захотите, только не стреляйте. Заткнись. Я за кастрюлями, держи его на мушке. Не волнуйся, Бала, он не сдвинется.
come heaven. Стой на месте. It's about time that I get my way. Steam rolling whatever I see. Oh, despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Сияра! Дана! Он держит меня на мушке. Заткнись, я там буду стрелять! Сияра! Я вас накажу! Будете знать, как чужой товар играть! Сияра! Я уже провел? Я знала, что так и будет. Я не понял, как это произошло. Я же тебе ясно сказала, держать его на мушке. Я держал. Нет, это я безмозглая, что с тобой решилась пойти на это. Ну? Ладно, все, побежали. Ты все взяла? Да, да, взяла. Потом он говорит, что я во всем виновата. Вы это сделали? Да, сделали. Ты зачем ему это все рассказала? А что ты на меня так смотришь? У меня нет слов. Боже, я не верю. Я не знаю, что мне сказать. Здесь нечего сказать. Даже у Анары нет слов. Ага, не дождешься. У меня есть что сказать. Да, скажи, что ты безответственный, и я буду счастлива. Неправда. Правда. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Сказала да. Хватит! Я только хотел сказать, что вы... Вы думаете, это нормально? Я думаю, что... Балам, конечно, это нормально. Как-никак мы уже 5 лет вместе. А помнишь, как ты потерял ключи от моего дома? Да, я их потом всю ночь искал. Лил дождь, как из ведра, и я промок до ниточки. Ты заболел на следующий день. А ты за мной ухаживала. Знаешь, я тебя люблю. А с ним что будем делать? Что-нибудь придумаем. Анар, давай трогай. Анар, вставай, сваливать надо. Ты все взяла? Мне глаза захватило? Да, да, не видишь? Трогай давай. Боже, ты прелестна. Я знаю. Все, поехали. Ю-ху! Мы это сделали. Не мы, а я. Не буду спорить. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Почему опять после меня? Опять ты начала. Ты всегда после меня приносишь. Бла-бла-бла. Нет, Да. Ах там, кто бы говорил, ты себя со стороны видит, она. Вот и смех. Ты чего, Олег? Нет, нет, нет.